субботник, дом музея Ульяновых Елизаровых. А что конкретно мы тут будем делать, Валерий Александрович? Осторожно. Заборного будем делать. У нас заборная бригада есть. Сколько вам человек помощь нужно, чтобы не мешали? Вот так как много народу сегодня, вернее, хотим побольше сделать, соответственно, надо работать быстро. То есть вы вдвоем будете? Да. Поэтому сразу надо человека трех, чтобы разбирали то, что там есть. Сразу, чтобы копали и чтобы заталкивали столбы. 9? Сколько мы будем этих пролетов там делать? А сколько вы сможете за 12-30? Ну давайте на 3 пролета тогда, да? Соответственно, надо человек 6 столбов-то минимум. Столбов-то расставить можно и больше. Доски надо выносить. С какой стороны? Ну то есть смотрите, задача 6. Следующая. Надо вынести доски оттуда, да? Напилить их под столбы, скрутить. Кто-то копает столбы, кто-то снимает забор старый. Так, не хватит. Можно пилить доски под столбы. А их надо чернить. Ну и чернить там. Можно. Ну, по крайней мере, внизу. Так, неквалифицированные работники, способные ломать забор и таскать доски. Кто хочет принять в этом участие? Потому что второй вариант – это рубка и колка дров. Ой, кстати, с дровами может пока тормознуться. Да, дрова подождут, это по остаточному принципу. Нет? Кто останется, те на дрова. Наломали дрова. Так, ломать забор. Бревнышки, которые валяются. Вот я попилю. Вот, товарищ пильщик, пильщику нужны будут помощники. Сколько помощников? Два помощника. Так или иначе, надо 20 доску. Давайте я помогу. Один еще человек. В общем, вот это все ваши давай, люди. Давай, да. И Татьяна Валерьевна, вам люди нужны? Один мне мужчина нужен. Не снимайте будете с Татьяной Валерьевной. Донести могу. А могу не нести? Без камеры, значит, будете с Татьяной. Могу нести, могу не нести. Thank you.
Бобин. Всем большое спасибо. Еще раз. Да, еще Бобин за организацию. Да. И товарищу Ученикову тоже за организацию. Огромное спасибо. Остальным тоже большое спасибо за участие в организованном нами субботнике. Следующие субботники, я так думаю, если будет возможность, продолжим с забора. Немножко закупать надо. Да. Вот. И надо закупить хотя бы полтора куба досок. Будет снег, не будет снег, продолжим тогда забор. Если не будет снега, значит займемся забором. Если будет снег, тоже посмотрим, займемся, не займемся. Ну. Тоже займемся забором, какая разница. Когда веселее просто будет заниматься. Столбы уже поставлены. Столбы поставлены, да. И заниматься будем тогда, если завезем доски вот этими оставшимися кунами. А красить будем? Кого красить? Забор. Ну, если мороз будет, будем красить. Если будет дождь, то прийти будем. Ну и, в общем, уборка территории. Если снег будет, продолжим эти бревнышки раскатывать.